Можно. Да, несколько вопросов по поводу там. Сейчас такая ситуация, там захват вопрос по работе ног и тела. Если у меня выключены ноги, у партнера прошайный, я его не возьму. Я не смогу ничего делать, он блокирует, там дальше какие-то воздействия. Поэтому мне нужно ноги. Такое положение. Если ноги деревянные, то ничего не будет. Поэтому здесь. Это вот такой же вопрос. Такой же вопрос, такая же работа. Второе. Почему партнер не отпускает? Потому что мы сейчас видим, что вот там что-то началось, Сейчас нет. Покажу неправильно. Потому что угол на ремень скорости. Когда убирается ряд элементов, становится непонятно, что происходит. Элемент убирается искусственно, чтобы проработать определенные моменты. Например, механика. Здесь какая механика проработана? Чтобы я не работал линейно, такая стрелка вверх. Для этого нужно понять центр тяжести, ставить ноги там и так далее. Потому что даже если я на динамике буду делать линейно, я не знаю. Поэтому проработать в ассаде уже динамики уже все другое.